Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике мы пройдем Home Alone Story в Roblox, конечно же! Перед просмотром этого ролика обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, если ты еще не подписан! Ну что ж, не будем тянуть время! Начинаем! Сразу хочу сказать, что ссылочка на эту игру будет в описании под этим роликом, поэтому если этот режим вам понравится, вы всегда его сможете пройти сами. Я, конечно, не понимаю, в чем заключается смысл этого режима. Из названия следует, что мы остаемся дома, но... Как показывает практика, ты тут нифига не один остаешься, а вас больше 10 человек остается дома. Но это значит, что ты нифига не один дома, но все-таки, Мы, кстати, сейчас находимся на крыше вот такого дома, и по идее тут мы находиться не должны были, потому что здесь какие-то магазинчики, здания, постройки, а там вообще какое-то сборище пэтэс, которых можно купить в магазине. А еще, как только я зашел в эту игру, я обнаружил самую, что ни на есть, интереснейшую вещь. Откуда-то за моей спиной взялся огромный, жирный, зеленый коронавирус. Блин, нет, я не хочу болеть коронавирусом, нет, уйди коронавирус, блин, нет. Так, блин, я надеюсь, что он от нас отстанет. Нет, он от нас не отстанет. Ох ты ж, смотрите, какой он злой. Так, может попытаемся тогда других людей заразить коронавирусом? Нет, они, кстати, не заражаются. А нет, смотрите, еще один человек с коронавирусом. Знаете, мне что-то подсказывает, что это нифига не коронавирус. Так. Так, какой-то раздел пэта и... Да, все-таки моя теория оказалась верна. Мы, наверное, когда-то играли в эту игру, и тут мы купили одного из пэтов. Но интересный факт. В эту игру я не играл. И какого фига у меня есть этот пэт, я не знаю. Возможно, я играл в другие игры, потому что эти разработчики делали достаточно много игр, и некоторые из них когда-то были даже и популярны. Ну что ж, давайте уже наконец-то посмотрим, что она из себя представляет. Для того, чтобы начать, нам, наверное, надо зайти вот сюда. Давайте зайдем. Да, мы зашли вот в эту игру, и сейчас мы отправимся куда-то. Играю, кстати, на самом обычном сервере, потому что так будет веселее и интереснее. В общем, сейчас посмотрим, что эта игра из себя представляет. Конечно, мы могли отправиться в одиночку, но... Мне кажется, чем нас больше, тем интереснее. Бат? В смысле бита? Я не понимаю. Мы еще не загрузились, а нам уже дали биту. Я, конечно, понимаю... Мы остались наверняка одни дома, но... Зачем нам бита? Блин, вот это мы опасные, кажись, дети. Да, смотрите, смотрите, мы реально стали настоящими детьми с битами. И понимаю, понимаю. Вот это нам и правда гениально. Кстати, Кевин, это, наверное, тот самый человек, который был на заставке. Он вроде из Парижа приехал, и он будет находиться вместе с нами, пока наверняка наши родители уйдут куда-то. Блин, я не понимаю, что за эта фигня здесь происходит. В общем, у нас есть бита, вооруженные дети с коронавирусом. Ой, индейка. Так, блин, я не понимаю, конечно, в чем прикол выдавать детям дубинку. В чем прикол? Ладно, давайте проигнорируем этот момент. Блин, знаете, что-то я реально на кухню все время иду. Вот реально, все время на кухню иду. Мы, кстати, человек на самом-то деле реально богатый, потому что... Вы смотрите, какой дом у наших родителей. Ох! Это, наверное, портрет нашего бати, что ли? Нормально так. И огромнейший игровой компьютер. Блин, я не успел осмотреть весь дом. Эх, грустно. Но это еще не повод расстраиваться. Так, сейчас мы побежим смотреть. А, нельзя никуда больше бежать. В итоге мы сейчас находимся в какой-то комнате непонятной. Это, получается, наша комната, где мы будем спать. Типа, а, мы должны взять одежду, я так понял. Ну, хорошо, я взял одежду. Еще какую-то такую одежду. Ладно, давайте соберем как можно больше одежды. И мне кажется, одежды много не бывает. Мы вроде всю одежду собрали, которая тут была. Надеюсь, по крайней мере, на это. Так. А, мы даже не одежду собирали. Мы собирали наши рюкзаки. Нормально. Ну, в общем, мы справились с нашей миссией. Наверняка мы сейчас куда-то отправимся. О. Это я что-то битой ударил? Я что-то битой ударил. Кажется, мы в Париж отправляемся. А может и не отправляемся. Блин, я что-то перепутал. Old Man Jolly. Чё за фигня? Чё за фигня происходит? Не, конечно, все понимаю.
существуют разные истории, но эта игра меня немного уже пугает. Блин, если бы я еще читал, что здесь происходит, он говорит, что это мардер. Норм. В общем, это Марта. Стоит рядом с мусоркой. Да нет, да ничего необычного. Пацанчик просто захотел мусор выбросить. Ну смысл на него обращать? Ох. А теперь мне стало немного страшно. Не, конечно, все понимаю, в жизни случается многое, но... Но... Он человека забил прямо на наших глазах. Ну ладно, ничего обычного. Ничего обычного. Простой мартер. Да нет, да ничего не было обычного. Просто пацанчик взял и откинулся. А он просто стоит рядом с мусоркой. Человек, который называют убийцей. Ничего обычного. Почему бы и нет? Туркилекс? Турецкий... Ладно. В общем, мы сейчас будем есть не турецкие ноги, а куриные ноги. Но знаете, я почему-то прочитал турецкие ноги. Нет, что может быть прекраснее, чем перевод от Джона Кобри? А вот именно, ничего. Так. В общем, знаете, мне что-то подсказывает, что наши родители по чудесному стечению обстоятельств решат покинуть этот дом, и что-то произойдет. Нет, такой типичный сюжетик подобной игры. Блин, а у меня в это время коронавирус за спиной, блин. А где же социальная дистанция, 1.5 метра, масочки? Ну ладно, в общем, это Америка, и зима, и коронавирус там вообще реально нипочем. Поэтому мы сидим тут. Ох, сидим и отдыхаем. Ох, смотрите, мы сейчас, видно, и правда отправились в приключения, правда нифига не в Париж. Значит, я правильно перевел, что в Париже был он. А мы, получается, сейчас, когда приехали, решили вместе провести ночь на чердаке с привидениями. Ох, какой это злой чел, какой он злой. Ну, в общем. Что может быть лучше, чем чердак с привидениями? Конечно же, это... гениальнейшая вещь, что есть в каждой хоррор-игре. Да, чердаки с паутиной. Я, конечно, не понимаю, как они так следили за порядком в доме. Мне что-то подсказывает, что я слышал выстрелы. Или эта дверь закрылась. Ладно. Нормальненько так. Маленький Джон Кобра стоит над невидимым полом. Ну, окей. Где же мы ляжем спать? Давайте здесь ляжем спать прямо. Хотя, нет. Все, ложимся спать, у нас уже времени нет. А то еще... Нет, друзья. Знаете, мне, наверное, приснилось, что всех моих товарищей убили. Я надеюсь, мне приснилось. Так, что же в окне у нас происходит? О, ниоткуда появились взломщики. Лемон Фэмили ушла, все. И теперь мы можем ограбить их дом легко. Не, ну это, конечно, гениально. Лучше бы они тогда через главный вход зашли. Ну, ладно. Ладно. А, нет, получается, они даже не сегодня, а завтра будут грабить людей. Понимаю. Блин, мне что-то подсказывает, либо ночью все мои товарищи или братья умерли. А нас осталось только двое. Это у меня, наверное, такое смутное предчувствие, или это и правда произошло? Понимаю. Блин, на нас еще никто даже не напал, а мы уже теряем лучших из нас. Ладно, мы должны найти какой-то... мы должны найти родителей. Окей. Пошлите искать родителей. Да, как же мы без родителей? Ух, у нас на самом-то деле огромнейший дом. Так, нам надо на первый этаж бежать. На первый этаж бежим. Ух, вот так вот. Все, дверь открывайся. Так, где родители? Мы должны найти родителей. И ладно, мне показалось, что эта дверь забагалась. Так, открывайся дверь. Открывайся! Блин, где наши родители? Мы что-то их не можем найти. А, у нас получается под Новый год все происходит. А мне кажется, игра должна была выйти где-то ближе к Новому году. А сейчас до Нового года еще достаточно далеко. Так. О, дверь открылась! Опа. Норм. У нас дверь открылась. И это у нас подвал. Подвал у нас, конечно, достаточно стрёмный.
Ой, я так испугался своего коронавируса. Мне страшно стало. И что у нас здесь происходит? Я пока что не вижу здесь ничего интересного. Какие-то коробочки, какие-то печи, я даже не знаю, домины, я даже не знаю, что за это... Фигня. Ох. Что за фигня? Нет, видно, у нас еще и шизофрения вдобавок, если у нас это самое... Печка решила стать человеком. Блин, что за фигня? Мы ее родители не нашли, еще нас печка напугала. Ну, понимаю, понимаю. А что там с мусоркой и с тем челиком, который решил мусор выбросить? Я его даже не вижу, здесь его не видно. Так, сейчас нам что-то написали, и мы... Meanwhile on the plane... А! Я так понял! Мы повторяем сюжет фильма «Один дома». Да, мне кажется, мы повторяем сюжет фильма «Один дома». Наши родители решили уехать без нас. Не, ну, норм. Знаете, это настоящие родители, они взяли и оставили детей дома. И правда, блин, как так? Мы забыли Кевина и оставшихся детей. И правда, почему бы нет? Почему бы и нет? Уехать в отпуск без детей. Ну ладно. Мне интересно, что же мы теперь сделаем этим взломщиком? Ну, знаете, если судить по фильму, мы должны сейчас... Ну, не зря же нам дали биты. Мне не кажется, должны сделать из них шашлык. Ну, в принципе, да. Шашлык из взломщиков, нет ничего лучше этой штуки. Так, ну ладно. Мы должны посмотреть и узнать, что же там такое происходит. Так, мы должны свет выключить. Так, бежим. Выключать свет. Где у нас свет? Индейка. Нет, индейка это, конечно, вещь вкусная, но нам нужно найти свет. Свет, ты где? Так, бежим сюда. Нет! Все это было слишком странно. И я решил, что лучше как-то начать сначала. Потому что это было что-то уж слишком странное. Наверняка катка, то есть игра в прошлый раз была какая-то немного багованная, потому что в этот раз до конца дожили практически все. В прошлый раз дожил всего лишь я, и это было как минимум странно. Да, я сейчас переиграл игру и уже нормально посмотрел на вот эти вот все фразы главных героев и не главных. В общем, я теперь немного понимаю, это и правда сюжет игры, а фильма «Один дома». Здесь все очень сильно на это походит. Прямо везде есть отсылки и, в принципе, даже некоторые имена похожи. Так, ну в общем, смотрите, мы как бы сейчас что должны делать? По идее, мы должны выключить или включить свет по всему дому. Не, вроде бы мы должны были включить весь свет, чтобы они к нам не зашли. Потому что, по идее, они же хотят ограбить пустой дом, да. А тут вдруг мы все остались дома. И они решили приехать завтра. Ну и правда, почему бы и нет. Да. Ну ладно, пока вот здесь все происходит, мы, получается, должны спать. Но знаете, если смотреть по сюжету игры, то... Ой, да какой игры, да по сюжету фильма, то мы должны что-то интересное дальше делать. Так, и где же мы находимся? А, мы пришли в магазин. Ну не зря же огромное количество детей приходит в магазин с битами. Конечно же, все это может означать только одно. Сейчас мы будем добывать еду. Так... Ну что же, мы должны найти 4 еды. Так, еда. О, молоток! Нормально, молоток это вещь полезная, согласитесь. Ну что может быть лучше, чем молоток в трудные в наши времена? Так, только бензопила. Ладно, где же еще последняя вещь? А, вот она. Вижу. Так, это у нас что? Это у нас клей ПВА. Молоток, клей ПВА и еще интересные штуки. О чем это говорит? Мы будем обороняться! Мы будем оборонять наш дом! Так, ну что же, давайте. Сейчас мы отправимся домой. А может и не домой. И побежим куда-нибудь. Так, давайте сейчас будем уничтожать людей. Так, смотрите, мы встретились с каким-то челиком. А, нет, смотрите, мы сейчас должны не отставать от Кевина. Иначе... Ох!
А вот и грабитель. Я думаю, что сейчас самое время бежать отсюда. А то кто знает, мы можем и не добежать. Так, надо бежать как Кевин, или даже быстрее. Так, вот, так, 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 так. Мне кажется, мы теряем лучших из нас. Да, смотрите, люди там бегут, они их сейчас, наверное, сожрут. Я надеюсь, что искренне, что они все выживут. Да, вот, смотрите, все, бежим, 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 бежим. Это грабители возвращаются. Быстрее за Кевином бежим. А, нет. Так, нет, смотрите, ну, как бы грабители еще далеко, поскольку мы еще тут, а ведь здесь тех телек вообще не поймали. Ну ладно, бежим, 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 бежим. Здесь еще какие-то есть пульки или что это? Что за штуки вот эти находятся там? Ладно, в общем, не имеет значения. Сейчас мы добрались до каких-то полей, или это лед, или река, или озеро, в общем. А! Я аплодирую! С какого это перепуга вода вдруг изо льда стала обычной водой? Не, я, конечно, все понимаю, но в сюжете фильма такого точно не было. Интересно, интересно, середина зимы, Рождество, и тут вдруг лед решил растаять. Не, бывает, бывает, бывает. Ну вот, давайте сейчас мы должны будем курить. Ох, ё-моё, это слишком жестоко. Я, конечно, не могу себя назвать нубиком в паркуре, но когда ты падаешь и одновременно умираешь, это для меня кажется слишком, слишком жестоким. Все-таки, как ни крути, это игра, и никто не справился. Выжили только лучшие и сильнейшие мастера паркура. В общем, если вы хотите стать настоящими профессионалами истории, в первую очередь научитесь паркурить, чтобы не помереть на таких моментах. Хоть там ничего такого сложного не было, это было достаточно жестко. Блин, мы дошли до какого-то снеговика, и смотрите, какой милый снеговичок. Но не настолько милый, как наш коронавирус! Ох! А вот и Олдмен Джоли. Знаете, мне что-то подсказывает, что он ничего плохого нам не сделает. Потому что у меня есть коронавирус. Социальная дистанция 1,5 метра, 1,5 метра, 1,5 метра. Так. А знаете, что-то мне подсказывает? Так, что так. А! А, он добрый. Все, он добрый, он добрый. Видно, он как и по сюжету фильма добрый, добрый, добрый. Фух, хорошо, хорошо, хорошо. Ох. Давайте отдадим ему доллар. Мы же добрые, согласитесь, мы же люди добрые. Да, знаете, и знаете, вот лучше, знаете, таким подозрительным людям лишний раз дать доллар. А то вдруг еще что-то произойдет страшное. А то, знаете, ночь, лес. И тут, знаете, мы такие, это человек, которого называют убийцей. Блин, лучше я ему доллар дам. Да, и, конечно, возможно, он никогда не был убийцей, как и было по сюжету фильма. Но все-таки, но все-таки, но все-таки. Фильм на самом-то деле я смотрел очень-очень давно. Ох! А вот и время построить укрепление для защиты нашего поместья. Так, 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 так. Нам закрыть все окна. Ох, как долго это мы будем делать? Ну, в общем, начнем защищаться. Так, и как же нам это делать? Все. А мы можем только по одной деревяшке? Мы по одной штуке можем! Блин! Я, конечно, все понимаю, но я не был готов к таким трудностям. Я, конечно, работящий человек, но не настолько прямо. Так, 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 мы должны заработать себе на свободу, мы должны выжить. Но для того, чтобы выжить, мы должны работать. Работаем, 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 работаем. Так, еще здесь. Блин, а! Быстрее, быстрее, у нас мало времени осталось. Блин, почему мы только сейчас начали этим всем заниматься? У нас еще дофига окон не доделано. Вот так вот, и вот так вот. Блин, а! Блин, а, блин, а, блин, а! Быстрее, быстрее! Ох, чем мы занимаемся, ё-моё! У нас еще одно окно! 10 секунд! Нет! Быстрее! 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 Строим, строим, строим! Быстрее! Мы должны работать! Мы должны работать! Мы должны работать! Нет! Что-то мы подсказываем, что мы сейчас умрем. Блин! Что-то мне подсказывает, что мы сейчас умрем на 9 часов! Бежать! Мы должны спастись! Блин, у нас же есть сбитые люди! Давайте дадим им отпор! Быстрее! Наверх! 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 Сюрприз! Мы знаем, что это тут! Черт! Куда бежать? Господи! Уничтожить! Блин! Убить! 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 По башке его! Дубиной!
На-на-на-на-на, получай! Смотрите, он дырку оставил в нашей двери. Вот это у нас дверь, ничего так бр... Ой. Ой. Оп, оп. Бежать! А, нет, нет, я жить хочу! Я жить хочу! Нет, нет, нет! Что за чертовщина? Блин, спрячемся на втором этаже. Нет, 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 нет! Блин, что за фигня тут происходит? Пришел за нами человек. Так, с дубиной. Ай, бежать, 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 прячемся, прячемся. Блин, нормально так. Грабитель приперся к нам. Знаете, как будто какой-то монстр к нам пришел. Блин, все, Мансимова, короче, на лестнице. Ай, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бежим, 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 бежим. Давайте, мансите, мансите от этого монстра. Даже не монстра, от этого разбойника, грабителя. Так, ну все, короче, там стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, лежи, отдыхай. Отдыхай. Нет, 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 нет. Нет. Все, бежим сюда, прячемся, короче, здесь. Он снова появился тут. Так, давайте где-то спрячемся. Мы должны где-то спрятаться. Так, он там наверху людей забивает, бедных, несчастных. В общем, мы пока находимся здесь. Нам надо бежать, 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 бежать. Нет, нет, он тут, он тут, он тут, он тут. Блин, куда бежать, я даже не знаю. Все, он вроде ушел. Я надеюсь, что он ушел, да? А, нет, нифига не ушел. Мы должны бежать на улицу, быстрее! Блин, что за чертовщина? Что за фигня пришла? Где же наша защита? Где же наша защита? Мы же так старались. О, кстати, меня, видно, одному не досталось, и мы остались же с полноценным количеством хпшек. Остальным, видно, не так повезло, не так повезло, к сожалению. Ну и ладно, в принципе, ну и ладно, в принципе. О, сундук, сундук. Так, ох, прячемся, прячемся. Все, это не сундук, это какая-то фигня. В общем, мы здесь спрятались, и теперь мы надеемся, что... Что с нами ничего не случится. Не, ну, конечно, я, конечно же, это гениальное место, где можно спрятаться. Мы, получается, в шкафу спрятались. Да. Я надеюсь, что он нас не найдет. Я искренне на это надеюсь. Да, тут никого нет. Разворачивайся и уходи назад. Да, сейф-зона, мы в сейф-зоне. Как говорится, мы в домике, мы в домике, мы в домике. Блин, а где же наши профессиональные антивзломовские защиты? И... А! Бежим! Черт, это гениальная вещь, давайте в печку побежим. Так, 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 бежим быстрее, бежим быстрее. Пока наша плита, ой, то есть печка, печка в какую-то штуку сделал. Быстрее, на улицу! Нет? Минус один! Блин, еще один! Черт, я хочу на улицу выбраться! Почему люди умирают? Почему? Почему? Почему он умер? Блин, я не понимаю, что за чертовщина здесь происходит. Люди один за одним умирают. Господи, так, ну все, мы вроде выбрались. Мы вроде выбрались. И теперь мы отправляемся в домик. Ох, а вот эти челики! Блин, они сейчас нас убивать будут. Они уже убили бекон. Зачем вы сожрали бедного беконового человека? Ох, блин, нам надо спастись. Мы должны выжить. Нет. Нет, 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 нет. Бежать, бежать. А, мы их убить должны! Так, 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 так. Мы должны их убить. Нет, нет, я тебе не дам забить своего тебя, товарища. Почему они такие жесткие? Все, все. До связи, грабители. Че за чертовщина здесь происходит? Почему они настолько жесткие? И как нам их забить, а? Бедный человек, у него хп не осталось. И... Неужели это конец его истории? Черт, я хочу жить. Блин, как мне их победить? Я один остался. Почему Джон Кобра снова остается везде один? Как нам пройти эту игру? Ну, в общем... Опа! Я забил первого. Так. Я забил, 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 забил. Одного. Блин, быстрее через окно бежать! Я не понял, как я его забил? Что за чертовщина? Почему все мои тим... Блин, сколько раз я это уже говорю? В общем, в общем, в общем. Я не знаю, что здесь происходит. Потому что... Все мои друзья, они погибли. Их всех забили. То грабители, то они умерли от еще чего-то. Но при всем при этом я выжил. Как-то не странно.
и забил грабителя буквально с одного удара. Я не знаю, что с этой игрой не так, она какая-то слишком странная. Либо хардкор, я даже не знаю, как это все комментировать. Не, ну это жесть, это хардкор, какой-то естественный отбор просто. Ох, ну мы спрятались. Вот. Идут эти грабители. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько же они хороши в паркуре. Посмотрим, насколько же хороших скилл. Блин. Мы должны найти какой-то выход. Find secret. Опа-опа. Ножницы нашли. Опа, все, до связи. До связи, грабители. Все, счастливо оставаться вам там. Ну что ж, мой дом, моя крепость. А. Так, а мне что-то показалось, что это им не сильно-то и... Ну, короче, они что-то не совсем умерли. Я думал, что они уже нас на тот свет отправятся. Блин, они упали с высоты третьего этажа. Нормально, нормально. Нет! Ух ты ж! Вот это дяденька! Он и правда оказался убийцей. Кто же мог подумать? Вау! Кто ж знал, что маньяк спасет нам жизнь? А этот дяденька, оказывается, не просто дяденька. Ой, вообще кросс. Настоящий мужик. Грабитель запил. Просто. Не зря мы ему тогда дали $3. И вот так вот мы и победили грабителей. И прошли хорошую концовку. Ну что ж, и теперь мы можем пофлексить. Ох, сколько же нас много было изначально. Человек 7, 8, 10, 12. И в итоге остался только я. Только Джон Кобра смог пройти. Не, ну это, конечно, гениально, это реально гениально. Почему-то в первый раз все на тот свет отправились, и во второй раз все на тот свет отправились. Видно, Джон Кобра силен духом, и поэтому он смог выжить и пройти. И даже одной левой забить грабителей. Не, ну... Что за эта фигня здесь произошла, я, конечно, не знаю, но... В общем, мы прошли эту игру. Конечно же, если вам понравился этот ролик, то обязательно оцените его лайком и подписочкой на мой канал. Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр и всем пока!